Дорогие друзья, для программы «Кто там?» нет совершенно никаких границ. И мы решили подарить людям счастье. Так много внимания к детям на Новый год, но мы сегодня вот будем обращаться к взрослым. Что же могут взрослые попросить у Деда Мороза, мы узнаем прямо сейчас. Дай мне, Дед Мороз, здоровья. Здоровья? Да, самое главное. Будет здоровье, будет и деньги. Ну, надо задобрить как-то дедушку. Помните какой-нибудь стишок или песенку, или танец? Просто так он ничего не дает. Ну что, и меня где-то будут показывать, что ли? Конечно. А может, не надо? В лесу родилась елочка. В лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Я же Дед Мороз. Не надо его снять. Дед Мороз не надо, говорят. Стишок я не знаю, песенку тоже уже все забыла. А что умеете делать хорошо? Снег чистить. Снег чистить? Снег чистить. Ну, снег для меня еще никто не чистил. Ну, чуть-чуть почистите для меня снег. Это ради бога. Можно припевать. Да? В лесу родилась елочка. Можно, да. В лесу она росла. Зимой и летом стройная и зеленая была. А вот идут мои фанаты. Но к ним мы не пойдем. Очень-очень страшно. Бежим. Опасность миновала, можем теперь приставать к взрослым людям. Угу. О, внученьки мои, что же вы убегаете от меня, девчонки? Деда Мороза боишься? У тебя проблемы с законом? Давай ты будешь желать и плясать. Нет, можно просто пожелаю. Ну, тогда давай ты будешь желать и петь. Давайте. Давай. Маленькой елочке холодно зимой, из лесу елочку взяли мы домой. Всех с Новым годом! А что хочешь на Новый год от дедушки? Всем здоровья и счастья. А себе? А себе тоже здоровья. А планшет? Есть, все есть. Вот так вот, девочка, которая не хочет планшет. Учитесь, дети. Стойте! Ой, а что это вы там прячете от меня? От вас ничего точно. Так, дедушка или Девушка Мороз? А вам как больше нравится? Мне, в общем, в принципе, девушка нравится. Девушка Мороз. Ну ладно, для вас буду девушкой. Песенку приготовили? Ребеночек мой приготовит. Не надо сваливать на ребенка, понимаете? А подарочек? А подарочек только взамен на танец. Танец? Танец. Пару восьмерочек. Опа! Так сойдет? Елочки холодно зимой, из лесу елочку взяли мы домой. Родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Я не фотогенич, да. Чтобы люди дружили, любили, были счастливы. А вот все остальное нам не надо. Хорошо. Все, что вам не надо, приносите нам. Хорошо? Хорошо, договорились. Здорово. А вдруг ей не надо телевизор или микроволновку? Вот у меня дома нету, например. Давай, вместе. О, Боже, какой мужчина! Что-то я хочу от тебя сына, по-моему. Ага, это ты представь, что дедушки поют. Давай, тетя. О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя КамАЗ конфет. Какую еще песню ты знаешь? Сейчас песню можно сделать. А стишок? Стишки тоже не знаю. Ничего не знает, но хочет КамАЗ конфет. Ну ладно, современные дети, подарю я тебе КамАЗ конфет. Друзья, в конце хочется подвести итог, и я не уверена, над кем это был эксперимент, над жителями города Кемерово или лично надо мной, потому что борода защекотала мой нос, я уже очень сильно устала, но зато у меня есть микроволновка, зато у меня есть куча пожеланий для наших телезрителей, и зато у меня есть новогоднее настроение, поэтому с наступающим вас всех!